Служение Бенни Хина «Строим наследие веры вчера, сегодня и вовеки». Пастор Бенни Хин, основатель. 1974. Его служение началось в городе Ошава, Канада. 1983. Открылась новая церковь и началось международное служение. 1990. В эфир начали выходить ежедневные телевизионные трансляции. 2005. Самое масштабное служение исцеления, на котором присутствовали более 7 миллионов человек. 2013. 39 лет служения Иисусу Христу и людям. Благодаря крусейдам и телевизионным программам за время служения пастора Бенни Хина Евангелие услышали более 1 000 000 человек и сотни тысяч получили исцеление. На сегодняшний день пастора Бенни Хина знают как известного евангелиста, учителя, телеведущего, а также как автора ряда книг, которые стали бестселлерами по всему миру. Служение Бенни Хина активно работает уже более чем в 190 странах. Служение Бенни Хина поддерживает и обеспечивает 60 миссионерских организаций по всему миру. Содержит госпиталь в Калькутте, Индия, где более 200 тысяч пациентов ежегодно проходят лечение. Содержит детские дома My Father House в Мексике и Филиппинах. Обеспечивает жильем и пропитанием более 100 тысяч детей в год. Обеспечивает 45 тысяч детей ежедневно своими донорами. Есть еще много, что можно рассказать о служении Бенни Хина, которое сейчас влияет на мир многочисленным спасением жизни и чудодейственной вестью Евангелия Иисуса Христа. Служение Бенни Хина «Строим наследие веры вчера, сегодня и вовеки».